Что, они каждый час 10 часов будут обновляться или сколько там? Лучше бы они дополнительный полироль кинули туда. И каждые 4 часа. О, теперь у нас есть вар хоть. Пристобав. Ностальгия, зачем под босса залазишь? Бля. Хулипал нужен? Не надо мне. Енжина в ДЦ. Ничего нет. Это брит? Может быть. Он все равно я держу в бою просто. Проходите. Ух, было, когда еще в рейде стояли. Он слаканул и решил не заходить. Мы я остался через свету. Я не услышал, как ты сказал, заходим. Я такой увидел, что все начали заходить. Не говорил. Ты видишь, что уходит твой, ты заходишь сразу. Смотри, где мой зафилдер, посмотри. У меня потеря зафилд 99,5. Но мне Т4 ловить нужно, без Т4 это хуйня.
Во тьме кто диспелит? Может, не стоит хилов? Родной полис пробить, да? Да, я буду использовать. Убегайте от лезвий, танка хильте, все, ваша задача. Ё-моё. Не бейте его 2 секунды. То не таунти. Нет, да просто сыб их агро. Ну, я вообще таунт не жал. Рано диспелил кто-то. Так он не двигался. Так он просто стоял, да. Но он стоял просто. Падаем, хули. Я не помню. Хулюк, трахай слабее, пожалуйста. А если одного рогу посадить на пол, а другого на трэш? Но вначале же он не срывается первые 30 секунд, он потом аграна возвращается. То, что я сюда даже кинул вначале на пол, это ничего не даст. Все же кидают, там хватает. Абоссен. Будь, поменяй меня на время. Абоссен. Где-то у ДК слеза полетела, нахуй, абоссен. Абоссен. Там потеет, блядь, не дает ДПС, нахуй. Хантабы. На пул. Нас же на пул ушел. Там словно друль вроде есть. Вон мега фант есть. Он даже без заметок. Приняли. Сразу в РС-ку его, да, и все. Тестирование. Да не, вроде уже пару дней он точно есть в гильдии Мегахант. По крайней мере, ну, я видел. Да, он ходил с нами один. Да. А что у нас? СЛК был, как-то. Типа, может, даже и неделю, а может, больше, не сразу. Да, он СЛК был 25 оп один раз, и все, больше его не было с нами. Слава, может, я во свет пойду танчить, а Вилаша в ДД?
Или плохая идея? Попробуй вообще начать, начни просто ты танчить, наберешь шанкротом, но он просто перед тем, как заходить, исчезать боссу, заберет у тебя его и все. Так срывают на первом големе же. Ну причем на первом големе? Ну он переключается, перестает ЛПшить по Халиону и ДКшки вырывают у него. Надо просто сальвами их заглушить на первом големе и все. А я ему сальву буду кидать, все. Курюк, цель моя. Сальва. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Короче, пинг. Так, минус один. Да. Да, ну вот, ну, чтобы вы понимали, вы все еще бьете Халиона. И я перебежал. Метеор через 2 секунды, одна. Чё, я живой или мёртвый? Ну все, это один ДПС вот этот вот. Вот, вы только сейчас перебежали. О, я умер. А почему злобного друли нету? Ну получается, если он будет плюсовать на ЕП, не давай ему ЕП. РБК фармит. Вы что, вы упали? У меня до сих пор бой идет. Вы бьете босса. Не, мы бьем еще. Сейчас. Все добили. Да. Две чешки упало героически. Да я клянусь, я до сих пор смотрю, как вы босса бьете. Я тоже вот клянусь. Вы, блядь, вот убили бесов. Интернет. У него параллельная реальность с Человеком-пауком. Синтек, пойдемте Ютуб. Это не комп, это интернет. Это ты не играешь, ты Ютуб смотришь. Интернет. Вот сейчас вот падает метеор. Так. Бум. Не угорай. Блять, короче. Я уже, блять, из игры вышел. Потому что у меня это покинуть тело не работает. Ясно, он обманывает. Чтобы ГП не да, блять, так клянусь, вот же видел, как труп бегал, блять, он сам сказал. Давай ему ГП. Сказал, по-любому будет давать. Лагает, не лагает. Вот, 100% видел, что труп бегает.
Это не у меня шуршало. Я сейчас с кнопкой разговариваю. Все, спасибо. Ну, я и нет перезагружаю. Вот. Ну, на Next CD у меня уже будет Т4-4 шмотки. Не, я хотя бы тому клоню, что с Т4-то намного там, блядь, больше отхила был. Хорошо, друг. Ты лучше поведай, как ты за КД две шмотки Т4-х замутишь. Вот это интересно послушать. Ебать, а что, в этом сложного что-то есть? Гигантские фокусы. О, рандом называется. Ну, если рандом, то это вообще... Только у меня это неизвестно пока. Можно я за ШП хотя бы зайду? Мне кажется, надо это, поисключать из гильдии. Я могу за ДЦ зайти. Там ШП такой полу-ПВПшный просто. А, ну мы это все можем. Да, я думаю, они будут на уровне с предыдущим престом. Ну, плюс-минус одинаковые. Я еще сегодня руки Т4 замутил. У меня осталось один кусочек замутить и апать их. Или Каражан. В Каражане я руки убил сегодня. Нет, осталось тебе какой сток. А, руки или ноги? А, да. Руки, блядь, тело или ноги? Ну, только... Да. Ну, я думаю, не проблема будет, ну. Ну, ладно, еще неделю, а короче, одеваюсь и, я думаю, там решимся. А я вот сейчас что делаю? Вот я вот сейчас... Бегаешь по кругу. Бегаю? О, нормально. А вот я сейчас рост нажал, вот у вас рост сработал. Да. Нихуя, а вот у меня не сработал. Я еще не вижу этого. А вот сейчас... Напиши что-нибудь. Вот, хорошо, сейчас напишу. Вот, вот. Нет, вот я написал. Да это и писать не надо. О, вылетел. Блять, а он... Я вылетел? Да. О, вот сейчас вылетел. У меня неизвестно пишет, блядь. Так, я вылетел почему-то. Ты снова-то сидишь, что ли? Да. У тебя, возможно, Wi-Fi косячит на ноуте. Сейчас давай откроем оперу. А, ты, так, типа, а ты через Wi-Fi Discord, сидишь? В Дискорде ты с телефона, Синтек. Да? Да. Ты через Wi-Fi, да? Да, да. А, ну, блядь, чему ты удивляешься? А есть возможность будет, провод подрубить. Пизда. Я могу мобильный подрубить, мне тогда Дискорд надо будет выключить. Да, та же шляпа будет. С пингой.
Да, у меня оперы не грузят. Так вон, теперь есть еще один ДЦшник в поле ДЦ. Абасса оператора. Так вот вчера нахуй такая же хуйня и на ульде была, понимаете? Когда оно нахуй не надо, тоже народ не появляется. Когда сложность, тоже не появляется. Ну, у кого-то были свои дела, как говорится. Да, ну вот у меня реально дела были. У нас сегодня было минус 30. Вот, вот если я вчера за курткой бы зимней не сходил бы, я бы сдох на работе. Нет, да нет, есть ты бы не сдох. Я по вторникам, по четвергам тоже ну, могу проебаться, если не успеваю с зала прийти вовремя. Бля, у меня в четверг будет вообще футбол. У меня завтра тоже зал. Но я постараюсь успеть до полдевятого, ну, чтобы уже прийти. И по футбол ты будешь смотреть или играть? Он играет. Играю. Я еще деньги собираю. Организуюсь.